Шариковые ручки довольно часто мажутся или текут. Как результат, может запачкаться одежда. Но можно ли отстирать такие пятна? Сейчас проверим. Итак, начинаем эксперимент. Берем рубашку и разрисовываем ее. Один рукав, второй и посередине. Проверим на эффективность три способа очистки. Метод первый – лимонный сок. Разрезаем лимон и выдавливаем сок прямо на пятно. Сока не жалеем. Оставим на пару минут. А пока перейдем ко второму способу. Говорят, удалить пятна поможет смесь глицерина и этилового спирта. Эти препараты продаются в аптеке и стоят совсем недорого. Смешиваем в пропорции 1:1. Смачиваем ватную палочку и протираем пятна до их полного исчезновения. Затем стираем ткань в теплой воде. Отличный результат. Никакого следа. А вот смог ли справиться с такой задачей лимон? Вот это разочарование. Следы от ручки даже ярче стали. Попробуем застирать. Нет, эксперимент с лимоном не удался. Пройдет ли проверку третий метод? Свежие пятна от чернил нужно постирать в теплом молоке. Если же пятна старые, замочите изделие в молоке на несколько часов. После этого загрязненный участок ткани прополощите в холодной, а затем в теплой воде. Рубашка как новая. Получается, молоком отстирывать пятна от ручки проще всего. Делайте выводы и спасайте свои испорченные вещи.